день! Сегодня вашим вниманием представляем видеообзор на дизельный генератор компании GN Power турецкой GDG 7000ES. Этот генератор выполнен на всепогодном кожухе, пыли, влагозащищенном. Данная модель генератора используется для частных домов, офисов, небольших строек, как резервная или постоянный источник питания. Данный генератор оборудован дизельным двигателем компании GN Power, 186 модель FAC, который имеет объем 420 кубических сантиметров, мощность 10 лошадиных сил. Также имеет бак на 24 литра, что в принципе хватает на 18-20 часов. Потребляет данный генератор 1,5 литра в час. Генератор имеет воздушное охлаждение. Дальше мы сейчас ближе подойдем к нему и рассмотрим его органы управления. На передней панели мы видим ключ включения-выключения, розетку на 16 ампер, розетку на 32 ампера силовую. Также мы видим вольтметр, который будет показывать, сколько выдает генератор. Также у нас модель адаптирована под AVR, то есть у него стоит тумблер переключения, ручной режим, автоматический режим. Дальше у нас автомат включения-выключения силы. Также у нас видим разъем, с помощью которого мы будем подключать AVR наш. Ниже мы видим подключение аккумулятора. Можно заряжать аккумулятор, то есть плюс-минус, и предохранитель на него. И также счетчик моточасов. Очень удобно. Дальше у нас здесь можно посмотреть на внутренности генератора. Здесь расположен аккумулятор и, собственно, сам дизельный двигатель. Здесь щуп посмотреть и там сливать масло. Больше тут ничего не видно. Дальше. Здесь мы видим горловину для залива дизельного топлива. И с этой части расположен доступ к фильтру воздушному. Сейчас мы запустим дизельный генератор. Это делается очень легко. Поворачиваем ключ. Ждем, пока прогреется свеча накала. И запускаем. Дальше мы можем видеть. На этом приборе мы видим, что генератор выдает 220 вольт. Работает очень тихо, потому что находится в защищенном корпусе. Данный генератор отправляется нашему клиенту Василию во Львов. Так что спасибо ему за покупку. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии. Всем спасибо за просмотр.